Котик Марсик и кошечка Багира. Наши ребята теперь ходят по углам и мискам. Лечение не помогает котику Марсику с домашнего мини-приюта Людмилы Чернецкой. Ходит везде, по всем углам и мискам, заставляя за собой капли крови. Вместе с Марсиком ходить в туалет кровью начали теперь и кошечка Багира черненькая. В общем, у всех котеек, недавно вновь поступивших к нам, начались серьезные проблемы. Тем более Багиру привезли к нам с гидрометрой, которую срочно пришлось удалять. Иначе кошке был бы конец. Сегодня у нас была запись в клинику. Хотела волонтер отвезти котиков вместо преждевременно ушедшей собачки Алабая Сары. Но, увы, водитель, который нас возит, опять стал на ремонт. К сожалению, отвезти больше желающих не нашлось. Пришлось перенести запись просто-напросто на другой день, хоть и очень надо было. Друзья, пожалуйста, помогите. Тянуть больше нельзя. Уколы, таблетки не помогают. Боится волонтер, что там не только какой-то очередной цистит, так как иначе бы уже какие-то звоночки были бы и какие-то улучшения тоже, а что-то там посерьезнее. Нам очень нужна ваша помощь. В связи с усиленными обстрелами города найти машину просто невозможно. Люди боятся, никто не хочет ехать. Волонтер понимает, что в городе страшно, не знаешь, куда будет следующий прилет, но нам надо попасть в клинику. Нам очень нужна помощь машиной и покрытием ветуслуг. Обследование каждого хвостика обходится нам почти в 3000. За двоих плюс дорога это получится огромная сумма. Напоминаю, такси стоит 5000 рублей из поселка. Друзья, пожалуйста, помогите.